А были случаи, когда вообще человек даже не приступил к программе, но была встреча, был разговор. И вот один случай был, Вячеслав, я рассказывал, упоминал, когда я работал наркологом на Висмаре, наркологический центр, пришел, все плохо, все хорошо, все плохо, запой, лишился работы, распалась семья, и я расспросил, какая стадия, он спрашивает, а что мне теперь делать? Я говорю, вот, Вячеслав, поймите, вас отделяет от неуправляемого алкоголизма только одна рюмка. А что мне теперь лечиться? Вот если вы поняли, что вас отделяет только одна рюмка, если этой рюмки не будет, можно и не лечиться. Прошло 20 лет, мы встречаемся случайно, до сих пор человек не пьет. Вот одна фраза повернула судьбу человека. Одна фраза.